Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Давайте наберем 700 лайков на этом видео, и новое выйдет сразу же. Я заметил то, что многие пишут, то, что в ПД стало довольно-таки скучно, неинтересно, поэтому я зашел на свой второй аккаунт, Рангер Брукса, и сейчас попробую вступить в какую-нибудь банду, то бишь в криминал, чтобы прокачать, кстати, немного скиллов, потому что скиллы у меня в жопе мира. Мой скилл у меня прокачан шотган, дигл и эмочка. Ну, собственно, этот аккаунт у меня был в армии, за счет этого у меня скиллы такие и прокачаны. То есть ничего более у меня не прокачано на этом аккаунте. Этот аккаунт у меня 8 левела, на нем имеется машина. Да, на нем имеется автомобиль, который я сам затюнинговал, потратил на него где-то около 2 миллионов. Но, впрочем, это не особо важно, потому что машина довольно-таки красивая, хорошая. Почему я сейчас еду не на ней? Потому что у меня нету денег на квартиру, то есть у меня сейчас с собой 4610, и в банке примерно где-то, ну вот, где-то вот 3116. Чел еще продавал домик. Я думал, мало ли, можно и купить, но в итоге желание у меня отпало после того, как он назвал цену данного домика. Так, кто у нас здесь берет все квадраты? Так, у нас берут, я так понимаю, рифовцы. И, собственно, вагасы. Хорошо, поедем сначала, мне кажется, на рифу. Хотя можно на вагас сразу тоже проехать, почему бы и нет. Какая, в принципе, разница? Что вагас, что рифа, одна и та же банда. Практически. Ну ладно, поедем сейчас все-таки на рифу. Там далее разберемся, куда нам нужно будет держать путь. А еще, кстати, многие пишут, типа, вырезай ненужные моменты. Ребят, я не блогер, чтобы вырезать ненужные моменты. Я просто играю и помимо игры записываю видео. Так что просто если кому не нравится, можете отписываться и смотреть другие каналы. Так, лидер ЛКН, Якудза, Балос, Вагас, Ацтек получают выговоры за несоответствие списка. Ух ты, ё-моё. Списка заместителей. Окей. Офигеть. Пацанам выговор просто дали. За херню. Собственно, так. Приветствую. Хочу к вам в баскетбольный клуб, так. Девятых у нас не баскетбольный. А какой у вас клуб, идиоты? Ой, блин. Вообще у них был раньше баскетбольный клуб. Сейчас я хрен знает. Ага. Девятый. Ой, блин. Ну давай. Нету дамагера. Нормально. А, это пятый левел. Это пятый левел. Я-то думаю. Ой, блин. Дамагер стоит. Да, довольно жестко. Нормально, пацаны, то есть просто дамагерами пользуются. Но это, ну, печенька. Хотя, в принципе, они часто бывают, говорят правду. То есть они бывают выходят такие: у нас читы, у нас дамагер, все хорошо. За счет этого как раз таки и получается то, что потом эти банды палятся читами. Да, уж дамагеры, всякие ГМы, ё-моё, сколько читов, когда же их все перекроют? Ну, само собой, никогда, но все же. Пр
Примите. Четвертый, это кто у нас? Четвертый ID-то, блин. О, 27-й левел, неплохо. 27-й левел, это хорошо. И сразу же дают мне 6-й ранг. Ну что ж, ладно, 6-й ранг тоже неплохо, кстати, смотри-ка. Машинки какие стоят, прям султан, говно какое-то, супер GT вроде как. Довольно неплохо. Так, сейчас самое время надо будет заехать за наркотиками в наркопритон, взять немного тут вот материалов, так вот беспалевно. Get guns. Вот так вот. Беспалевно берем маты. Ну хотя, может, меня сейчас уволят. Скажут, типа, нихрена себе сливщик матов, что ли? Что за фигня? Не думаю, что они потерпят это так в Warehouse. А, хотя нормально, материалы у них есть. 98 тысяч. Можно посливать немножко. Все хорошо. Ну, потом, разумеется, придется навозить эти материалы. Само собой. Так. Сейчас зайдем. Так, что у нас тут? По деньгам, конечно, жесть. Get Drug 150. Можно попробовать. Можно попробовать на мэрии по РП продать. Погнали, попробуем продать по РП наркотики. Если, конечно, у нас это получится. Тем самым попробуем получить выгоду с этих наркотиков. Ну, не знаю, получится ли у нас это, не получится. Сейчас посмотрим. Едем мы, соответственно, на своей машине. То есть на машине нашей бандитской группировки. Вообще хочу купить себе квартирку там где-нибудь рядышком. Так, ага, то есть... У нас все в АФК здесь, окей. Ну что ж, ладно тогда, блин, я не знаю, на ферму можно скататься, посмотреть, попробовать, конечно, если есть там люди, то... Почему бы не продать им немножечко дури? Вот. Так, о, мент. О, ферма 1 стоит на аукционе, нормально. Можно купить. Мента грёб, блин. И притопил. Вот все, валим отсюда, валим. Танака там хочет работать у кого-то. Опа! Так, дом, а в Террабаде. Ни хрена себе, он только что продавал дом в СФ, уже в Террабаде продает. Отлично. Так, ладно, едем, короче, на ферму. Это будет последний, так сказать, заезд. Если мы продадим наркотики, будет круто, потому что это будет нам какая-либо выгода. Так, ранга пукс, и дело, все в порядке. Кто хочет, зарегайтесь на мой ник, ребят. Если кто хочет помочь мне купить квартирку и показать вам машину, которая у меня сейчас стоит. Вообще хрен пойми где, хрен пойми в чем. Братушка, ты куда так летишь? Колобка тебе в ушко. Он летит как-то странно, блин. Я еду, он видит это и куда-то вылетает. У него-то, понятное дело, фура, блин, он, понятно, не затормозит, а мне нужно уворачивать. Но и он, наверное, думал, то, что я на таран буду идти, поэтому... Так, стоп. Поехали за материалами лучше, нахер этих бомжей. Просто, учитывая то, что у меня даже есть материалы, просто катаемся за материалами. Проверим обстановочку на СФА. Вот, что касаемо его, то есть, опа, уже 11 миллионов. Терраба, да, класс, 11 лимонов, ё-мо, может купить? Может мне купить этот дом? Вон на твинка, вот на это вот, на Брукса. На что, почему бы и нет? Хотя, блин, ферму еще надо. Печально. Ну, в доме в гетто можно купить, там, тысяч за 800, за 900.
N-Classic и спокойно жить. Если получится, конечно, его прикупить. Не знаю, на самом деле, получится ли. Такс. Поехали. Спокойно, тихо, без лишних движений, так сказать. Я не знаю, туда ли я еду, но в любом случае, куда-то я и приеду. О, ляпота какая. Так а что, она перевернется, нет? А я что-то не понял, она... Ага. Серию можно назвать просто как перевернуть лодку, блин. Неудачная поездка за материалами. Ну, зато можно так поставить. Ей, кстати, нифига не будет, она не пропадет. Это уже все. Это уже решено, она сразу не пропадает. Можно на ней вот так вот все фуху замутить, типа, знаешь, так. И я утопил эту лодку. Я крутой чувак. Типа того. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки. В следующей серии, наверное, поедем за материалами, посмотрим или будем качать скиллы. Всем удачи и всем пока. И я не знаю, ребят, сейчас стрим идет, так что все, кто смотрит это видео на ютубе, в общем, расскажу вкратце. У меня дом за 20 лимонов. Так. Этот чувак мне... Так, еду в бухту. Этот чувак мне, короче, Джозеп дал НРГ за 228 вирт. То есть, ну, вы понимаете, да? Что это такое? FPS жрет жутко просто. Лаги. Так, давай Клис 32 тоже сделаем. Но, блин, это... И я сейчас просто сижу на стриме, я херею. На стриме сейчас 62 человека, все это все видели. Те, кто, ребят, это видел, просто поставьте лайк, напишите то, что да, действительно это было. Обменял дом, то есть там 13к доплатил, слил Super GT в ГОС, дали НРГ. То есть, охренеть. Притом дали НРГ за 228 вирт. Дом ГОСом 20 миллионов, расскажу это в следующем видео, то есть как это все происходило подробно. Сейчас еду в бухту, мне чувак сказал, типа, это еще не все, типа, езжай в бухту. Я такой, ладно, хорошо, не вопрос. Еду в бухту, сейчас посмотрю. Ребят, на стриме видно то, что запись идет, то есть там оконце есть, да, окно? Напишите сообщение мне или же на Твиче. Я знаю, лям он мне дал. А, кстати, да, он мне еще 1 миллион дал. Он мне дал 1 миллион вирт. Такие еще дела. Так, в бухту это вот сюда ж? А, вон черный клист какой-то. Да, вот черный клист. Че за фигня? Привет. Привет. What the fuck? Не понадобится. Ты мне дом, что ли, еще решил подогнать? Что-то понять не могу. Походу, да. Не видно. Ладно. Ты серьезно? 3-2-2. Ты серьезно, мать твою? Ты серьезно? Ты на стриме? Ребят, просто... Ладно, эту запись я заканчиваю, завтра продолжим.